Всем привет, девочки! Кому интересно видео о фаворитах декоративной косметики на лето, оставайтесь со мной. Постаралась выбрать продукты, которыми я максимально пользуюсь летом, чтобы их было немного, и то, что я считаю, на мой взгляд, самое важное. Что для меня самое важное в летних продуктах декоративной косметики? Это, конечно же, тональный крем. Сейчас у меня... Неважно, он может быть любой фирмы, который вам подходит, который вам нравится и так далее. На данный момент, в этом году, у меня тональный крем Max Factor Facefinity 3 в 1, который можно наносить под глаза, который с SPF 20, защита от солнца. Он хорошо выравнивает, хорошо маскирует, в то же время не утяжеляет визуально образ и так далее. Facefinity – первый фаворит лета. Следующий фаворит лета, это же, конечно же, обязательно, это пудра, потому что при комбинированной коже без пудры никуда. Пудра у меня на данный момент вот такая вот рассыпчатая от Max Factor, которая подойдет на любой тональный крем, уберет блеск. Вот такая пудра, люблю ее. Следующая пудра в моих фаворитах, это пудра от Mary Kay, вот такая вот минеральная, думаю, многие ее знают, в оттенке беж 0,5. Она мне немножко темновата, я уже вам ее показывала, по-моему, темновата, но как для коррекции лица на лето или взять с собой на море. Минеральная пудра, как вы знаете, содержит фильтры от солнца, тоже довольно-таки неплохо, хорошо держится, я уже ее неоднократно заказывала раньше, брала на море, и у меня, в принципе, устраивает она. Еще могу использовать, несмотря на то, что у меня комбинированная кожа, летом могу использовать, есть у меня вот такая вот пудра от Color Me, называется она Shimmer Shine, вот такая вот пудра, здесь она очень-очень блестящая, сейчас постараюсь вам показать, вот видите, такая блестящая-блестящая. Я ее наношу вот здесь вот, как вместо хайлайтера, немножко можно над верхней губой, там, под бровь нанести, то есть, ну, вот для этих целей. Потом немножко такое дает сияние на лице, когда падает солнечный свет. Следующим безоговорочным фаворитом лета, это же, конечно же, румяна, какие-то такие светлые, нежные, в нежных оттенках, в розовых, которые бы освежали лицо. Следующий фаворит, это обязательно, конечно, водостойкой тушью я каждый день не пользуюсь, но тем не менее фаворит лета, это для меня является тоже водостойкая тушь от Max Factor, False Lash Effect, эффект накладных ресниц, у нее пушистая полимерная кисточка, вот такая вот. Она очень хорошо делает эффект накладных ресниц, очень красивые ресницы, она дает насыщенный черный цвет, у нее хорошая кисточка и она очень хорошо держится. Поэтому, кто будет брать себе тушь от Max Factor False Lash Effect водостойкую, или есть там у них 24 часа стойкости, то обязательно берите смывку двухфазную, которая с маслицем, потому что обычно вы ее не снимете. Следующий фаворит, это гель для бровей. В принципе, он фаворит не только лето, но, тем не менее, на лето он мой фаворит незаменимый. Потому что и в выходной, и просто, не знаю, я уже привыкла, и уже без него просто не могу. Это фаворит на все времена года, на лето в том числе. Следующий фаворит обязательно на лето, это база под тени. У меня Vivienne Sabo. Хорошая база, не знаю, у меня не держится ничего, никакие тени не держатся, ни обычные масс-маркет, ни профессиональные, ни за 5 рублей, ни за 100 рублей, никакие не держатся, поэтому базу наносишь и все отлично держится, база отменная, кто не попробовал, еще попробуйте, с утра и до вечера у меня на работе все держится, никуда не скатывается, любая текстура теней, все что угодно. Следующий фаворит лета, это карандаш от Max Factor, стойкий карандаш, который с растушевкой, вот такой вот, с таким наконечником, им очень легко рисовать стрелочку, и он кремовый, он стойкий, я уже его показывала, в принципе, в предыдущих видео. Это единственный карандаш, который не скатывается у меня в течение дня, стрелка никуда не уплывает,
и все отлично. Следующий фаворит лета может быть, в принципе, какие угодно. Ну, на данный момент покажу такие. Это тенюшки какие-то яркого оттенка, в меру яркого. Вот сейчас у меня вот такие вот люмине я взяла показать вам, я уже их показывала. Красивый такой оттенок сиреневый. Есть там еще у меня и зелененькие какие-то использую, ну то есть яркие какие-то оттенки. И последние фавориты — это обязательно какие-то сочные яркие блески для губ или помады. Я выбрала на данный момент это... На губах у меня сейчас находится люмине, я вам показывала в предыдущем видео, блеск такой светленький, прозрачный. Вот такой вот в оттенке номер 6 Satin Rose, классный блеск, делает очень такой эффект ягодный на губах. Их там в коллекции очень много оттенков, присмотритесь, блеск очень хороший. И две помады, на которых я... остановила свой выбор, которыми я пользуюсь сейчас чаще всего. Это две помадки Color Elixir от Max Factor. Одна в оттенке 730 фуксия. И вторая, вы у меня уже ее могли видеть в предыдущих видео, это номер 825 Pink Brandy. Первая помада очень красивая. Она такая светлая, но золотистым таким шиммером. Красиво очень отсвечивает, на солнышке тоже очень неплохо смотрится. И вторая помадка — это вот такая вот коралловая помада. Она немножечко поярче, то есть вы видите, да, что они яркие. Ну и покажу блеск. Блеск, то есть совсем другой, он розовый. Видите, три совершенно разных как бы оттенка, вот. Я их периодически сочетаю. Ну, у меня там есть, конечно, еще другие, но вот эти были фавориты на данный момент, которые я чаще всего использую. Девочки, вот такое было у меня видео. Пишите комментарии, что вы используете летом, что для вас фаворит. Может, присылайте видео-ответы. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока!